Налаживание сотрудничества и обмен информацией между Азертач и алжирскими средствами массовой информации создаст условия для распространения более объективной и точной информации о наших странах. Об этом сказал председатель правления Азертач Аслан Асланов на встрече с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак. В ходе встречи, проведенной по инициативе посольства, были обсуждены вопросы реализации совместных проектов оперативного обмена информацией. Гостья была проинформирована о деятельности Азертач и его позиции в мировом информационном пространстве. Было отмечено, что наше агентство сотрудничает с Алжирским информационным агентством в рамках ряда международных и региональных медиаструктур, в том числе Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества. Вывод этих отношений на двухсторонний уровень, расширение сотрудничества между ведущими информационными агентствами Азербайджана и Алжира, взаимный обмен информацией будет выгоден обеим сторонам. Отметив, что информацию об Азербайджане получает на сайте Азертач на арабском и французском языках, Сальма Абдельхак выразила удовлетворение освещением агентством новостей об Алжире. «Мы хотели бы установить более тесные связи между Азертач и алжирским информационным агентством. Думаю, что важно обмениваться информацией напрямую между двумя агентствами, а не посредством третьей стороны», подчеркнула дипломат. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области информации, тенденциях развития медиа и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Гюльшан Акперова, Шакир Курбанов, Гумбат Мамедов, Азертач.